Всем надоедный привет, дорогие друзья. Это ребенок желтый. Игра, которая очень стрёмная. И давайте начнем в нее играть. Начали. Мы снова в третьей ночи, но теперь мы убежим отсюда. Я не умру. До свидания. Все, мы уходим отсюда. Начинается самая жесткая глава. Еще, ребятки, я вам напомню, что вы должны не забыть, пожалуйста, подписаться. Все, игра началась. И сейчас нам надо не забывать следовать за кроликом. Так, идем. Нам надо сейчас быстренько сбежать отсюда. Так. Фух. Ё-моё. Кролик. Ах ты! Ладно. Я знаю, как проходить эту главу, так что сейчас пойдем. Нам нужно будет найти суперкассету. Погнали. Быстрая съемка началась. Нам нужно было соединить и сыграть на пианино, а потом найти кассету. Все, мы кассету поставили, ключ у нас и убегаем. Так, надо посмотреть, пасхалки тут есть. Пасхалок никаких не было, так что я пошел быстренько открывать дверь. Так, все. Так, надеюсь, он работает. Нет, ладно, идем чинить. Берем штык, кинем его сюда. Точно так же сделаем с фиолетовым. Он лежит там в ящичке. Вот, идем брать его. Ну, как я помню, малыш нам будет все-таки мешать получить это все. Так что, а ну-ка, раз, все. Малыш забирает у нас эту, ломает. Ну, мы-то помним, что у нас тут есть код 4-3, и нам его надо будет угадать. Так, теперь угадываем код 4-3 и пытаемся угадать. Ну, да, изи. Все, ну что, офитерный, пока, до свидания. Пока! Ну, Биарыч, что, думал, что я тебя не обыграю? Я тебя обыграл. Ну, вот и все, дорогой мой друг. Так. А ну-ка. Ой-ой-ой. Там было написано, не уходи, Нотлиф. Так. Ну, мы, до свидания. Пока. Ха-ха. Что? А что он там делает? О, ну, так. Так, все, короче, валим. Ключ. Мне было так страшно, поэтому что я даже не пошел ни в ту сторону. И вот что произошло. Спокойной ночи, малыши. Ладно, давайте дальше. Погнали дальше. Все, думал, что я его не переиграю, а я его переиграл. Вот и все, до побачення. Что ты смотришь? До свидания. Всем спасибо за просмотр. Ждите последнюю часть.